декабре 2007 года делегация специалистов библиотеки имени Некрасова в составе заместителя директора по науке и руководителей ряда отделов побывала в Чешской Республике. В программе поездки были знакомства с работой Центральной городской библиотеки Праги и обмен опытом с чешскими коллегами. Городская библиотека Праги – это публичная универсальная библиотека, которая предоставляет информационные услуги населению как в центральной библиотеке, так и в целой сети филиалов. Учредителем городской библиотеки является муниципалитет Праги. Основополагающие принципы в работе городской библиотеки Праги – открытость, демократичность, равный подход ко всем. Посетителем библиотеки является каждый, кто перешагнул ее порог. Его услугам – электронный терминал с информацией о работе структурных подразделений библиотеки, книжных новинках, предстоящих культурных мероприятиях. В огромном зале стеллажи с книгами, к которым доступ открыт абсолютно всем. Это так называемый фонд свободного выбора. Посетитель может выбрать необходимые книги и работать с ними в помещении библиотеки целый день. Если же посетителю необходимо найти литературу, которой нет в фонде свободного выбора, или взять книги домой, воспользоваться другими услугами, ему необходимо зарегистрироваться в библиотеке, стать ее читателем. Регистрация проводится по документу, удостоверяющему личность. Посетитель заполняет специальную анкету-договор и вносит плату за пластиковый электронный читательский билет – 60 крон, а также за регистрацию на год – 20 крон. Процесс регистрации, поиска и возврата книг в Центральной библиотеке и 20 ее филиалах полностью автоматизированы. Читатель, получивший электронный читательский билет, может пользоваться любым из этих филиалов и книжным фондом всей сети. Часть филиалов городской библиотеки пока не автоматизирована, но планируется постепенная их автоматизация. Зарегистрироваться в автоматизированной библиотеке можно даже без помощи регистратора. Для этого установлен специальный компьютер. Поиск необходимой литературы читатели также осуществляют при помощи компьютеров. Заявка на отобранные книги тут же поступает по сети в фонды, и пока читатель проходит в зал выдачи книг, его заказ выполняется. Книжные единицы выдаются либо для работы в читальном зале, либо на дом с правом выноса. Контролируется движение книг с помощью нанесенного на них электронного штрих-кода. При входе в залы обслуживания размещен сектор приема литературы или продления срока пользования. Эта операция занимает не больше минуты. Как и во всей работе библиотеки, здесь очевидно стремление сделать ее посещение максимально удобным, комфортным и сэкономить время читателя. Разговор московской делегации с руководством библиотеки оказался интересным и полезным для обеих сторон. Подробно обсудили такие вопросы, как оптимальная структура управления библиотекой, основные направления ее работы, перспективы автоматизации библиотек, вопросы сохранности, реставрации и пополнения книжных фондов. Чешские коллеги были приятно удивлены молодежным составом делегации. Руководящее звено библиотеки Праги значительно старше по возрасту. Да и сама библиотека постарше Некрасовки. Она основана в конце XIX века. Главным достижением и итогом работы чешские коллеги считают немалое число своих читателей, но уверены, что их должно быть еще больше. В будущее пражские библиотекари смотрят с оптимизмом. Как подчеркнула руководитель музыкального отдела Центральной городской библиотеки Праги, книга, как и музыка, не стареет. Мы знаем этот век интернета, это новые технологии и так, но я думаю, что музыка во всех своих других жанрах, она будет жить.
и наша библиотека, я думаю, и я надеюсь, что будет для граждан Праги нужна.